Привет, милашка. Привет. Добро пожаловать в «Америке есть таланты». Как дела? Я немножко нервничаю. Нервничать — это нормально. Это абсолютно понятно. Как тебя зовут? Кортни. А сколько тебе лет? 13. 13. А какой твой самый любимый предмет в школе? Музыка. А какая музыка? Я не знаю. Боже, ты такая милая. Я полагаю, ты будешь сегодня для нас петь? Да. Все, не переживай. Я знаю, что это большая сцена, здесь огромное количество людей, и ты здесь не просто так, поэтому давай вперед и удачи. Спасибо. О боже! О, мой бог! Это что сейчас было? Хоуи, что скажешь? О, боже! Девочка, ты не из этой эры! Ты абсолютно из другой эры! Я большой поклонник Дженис Джоплин, это целая история. Если ты когда-нибудь смотрела документальный фильм «Клайд Дэвис», он отправился на поп-фестиваль Монтерей и увидел там молодую девушку, которую никто никогда не видел и никто никогда не знал. Это был первый раз, когда Дженис Джоплин подписала контракт. И это изменило ее жизнь. Ты знаешь эту историю? Да. Я не Клайд Дэвис, я Хоуи Мэндел. Я не могу подписать с собой контракт. Но единственное, что я могу сделать для тебя, юная леди, это подарить тебе...